Мы купили квартиру, чтобы жить в ней. Есть такое понимание, а правильно ли мы друг друга слышим? Правильно ли передается информация? Несколько месяцев недопонимания в зале дольщики ЖК «Парковый». Люди купили квартиры в будущем комплексе и вместо приятного ожидания теперь ходят на встречи с мэрией и митинги. Полтора года назад у строительной компании «Барнаул-Капстрой» появились неприятности. Стройка прекратилась, потому что гендиректор бывший и замглавы по строительству были посажены за коррупцию. В настоящее время, спустя год, стройка восстановилась, возобновилась, но не в пользу людей. Недавно «Барнаул-Капстрой» чуть ли не признали банкротом. Когда речь зашла о банкротстве, Сбербанк, понимая все риски, прекратил финансировать объект. К слову, на эскроу-счетах в этом банке и находятся деньги дольщиков. В договоре прописан срок окончания работ – октябрь 2021 года. Но будущим жителям уже сейчас понятно, что новоселье им пока не светит. Так же, как и подземная парковка, которую людям обещали, а в итоге решили убрать, чтобы удешевить проект. Был первый подземный этаж, который соединял три отдельных здания. Фактически сейчас, пытаясь решить свою проблему, «Барнаул-Капстрой» убирает парковку от третьей блок-секции, чтобы сдать ее как можно быстрее дольщикам. Сейчас мэрия ведет переговоры с банком, чтобы тот возобновил финансирование объекта. Город даже предлагает залог для минимизации риска. Мы передаем банку имущество, наше государственное имущество, а правильнее говорить, муниципальное имущество, в залог. Процесс принятия решения будет в пределах полутора месяцев от текущей даты, потому что есть, повторюсь, ряд вопросов по предоставлению пакета документов. Мы не до конца понимаем и не видим итогового нового разрешения на строительство, корректных сроков. Потому что сейчас банк ждет документы по стоимости и срокам строительства, а их можно предоставить только тогда, когда жители сами определятся, нужна ли им подземная парковка. Дольщикам объясняют, можно достроить комплекс уже сейчас без подземного паркинга. Этот вариант привлекательнее и для мэрии, и для банка, потому что так быстрее и дешевле. Парковки, как правило, они не продаются. У нас с вами есть 90 парковок, из них там продано порядка 11. Понятно, что многое и остановилось, но есть и практика. До 50% – это максимум продается парковочных мест. Другой вариант – идти на принцип и добиваться подземной парковки. Но объект подорожает в разы. Тогда банк, и так видя все свои риски, вряд ли согласится поддержать проект. А без финансирования погорят и все сроки, и сам «Барнаул-Капстрой». Убирать вообще парковку надо. За это время прокладывать теплотрассу, не надо, тогда подадут на банкротство, «Капстрой», и вы лишите своих квартир. Вам отдадут ваш миллион. Вы это понимаете или нет? На что уже не возьмешь? Вы думаете, заберете те квартиры, которые построены? Нет. Их заберет банк. Директор «Барнаул-Капстроя» почти весь вечер молчал. Расхлебывать ситуацию теперь придется, видимо, мэрии. Но в первую очередь сейчас нужно определиться с самим дольщиком, по какому пути им идти дальше – с парковкой или с квартирой. Следующую встречу рабочая группа запланировала на 29 июня. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.